Соглашение подписано и скреплено рукопожатием. Акционерное общество АБ «Инбев ФС» продолжит развиваться на территории области. Предприятие выступает крупным налогоплательщиком. С 2010 года сумма отчислений в региональную казну почти 25 миллиардов рублей. Еще 9 пошли на развитие ульяновского филиала компании. Он является одним из флагманов. 500 рабочих мест, средняя заработная плата 75 тысяч рублей. Последняя является одной из крупнейших в регионе. Соглашение направлено на дальнейшее развитие наших экономических взаимоотношений с компанией. Отрадно, что компания ФС принимает самое активное участие в социальных проектах. Компания социально ответственная. Мы должны сделать все для того, чтобы компания ФС максимально динамично и быстро у нас в регионе развивалась. За последние 4 года объемы производства на заводе в Ульяновске выросли в 1,5 раза. Мы понимаем, что в текущей ситуации это является действительно очень сильным шагом, да, и мы видим, что на данный момент мы идем с опережением даже по многим показателям, да, и по уплате акцизных отчислений, и по объему производства. А именно, рост составил 20% по сравнению с показателями прошлого года. В 2021 на предприятии запустили производство нового бренда, обновили оборудование. В 2022 компания продолжит развивать агропромышленную программу. Она позволяет обеспечить высокое качество пивоваренного ячменя. Его, в свою очередь, поставляют местные производители. Александра Никитина и Герман Баранов, Управда ТВ.